Ну, я бегаю уже довольно давно, с юниорских лет, первый этап. Больше всего мне нравится то, что такая массовость, азарт большой, давление зашкаливает. Все решает, грубо говоря, на первом этапе стрельба. Справиться с психологией самое главное, я думаю, так. Очень интересно, вот стремлюсь к лучшему. С каждым стартом вот улучшаю свои показатели на первом этапе. Все время на каждую тренировку выходишь с каким-то настроем, с каким-то тем же самым азартом, чтобы как бы повысить свою физическую подготовленность, тот же навык стрельбы и так далее, отработки рубежа. Ну, в общем, ни разу не выходим на тренировки с тем, чтобы, ну, с опущенными руками, можно так сказать. Постоянно к чему-то новому стремимся. Ну, естественно, Олимпиада – это, конечно же, в первую очередь мечта для любого спортсмена, просто туда поехать, попасть. А вторую очередь – это, конечно же, показать наилучший, достойный результат для своей страны. Как мы знаем, Олимпиада – непредсказуемое соревнование. Как всегда говорят, там могут победить такие, как якобы, темные лошадки. Так что, я думаю, никто из наших соперников не снимает сборную Казахстана со счетов. Да, естественно, я там еще ни разу не был ни на сборах, ни на соревнованиях, нигде. Очень хотелось бы, чтобы там пробежать гонки и выступить, конечно же, хорошо. Заодно порадовать наших болельщиков, которые, не сомневаюсь, что приедут туда болеть за нас. И, конечно же, вашу страну, Россию, которые тоже нас сильно поддерживают. Большое им спасибо. Здесь очень сильная поддержка от русских. Я учился, можно сказать так, с малых лет и до третьего класса немецкому языку ходил в школу Возрождения. Вот. А потом, когда перешел в другую школу, у меня был чистый уклон на английский язык, и получается, что меня ломали все произношения. Я просто могу понять слова, а сказать ничего не могу.